Как часто вам хочется что-нибудь пробовать в жизни? Ну, не знаю, это в зависимости от настроения. Так, просто подробнее. Никогда раньше не участвовала в подобных конкурсах, мероприятиях. И вот любопытство. Стало интересно, да. Просто любопытство. А вообще любопытство куда вас еще заводило в жизни? Ну, сильно далеко не заводило никогда. Так, а сильно далеко это куда? Ну, не приходилось сталкиваться с неприятностями из-за моего любопытства. А вот если бы вот вы идете по улице, идете, и вот за углом слышите стрельбу, пальбу, громкие крики, вы развернетесь, уйдете или дойдете до этого угла и заглянете там, что там такое интересное? Ну, происходит? Я, наверное, позвоню в милицию. В полицию уже сейчас. Угу. Хорошо. Так. Понятно. Ксения, да? Ксения, вы читали когда-нибудь журнал «Теле7»? Конечно. Хорошо. Вот вы можете сходу какую-нибудь страничку открыть и начать читать? Вы можете ходить, не волнуйтесь. Как врач сейчас. Врач. Вы можете ходить. О боже, я могу ходить. У меня появились ноги. Про скрипку смешно не думали. Людмила, ваша героиня распространяет самиздат. У вас, как у человека другого поколения, не возник вопрос? А что в этом опасного? Возник. Сначала я не могла понять, в чем вина Лены, которая читала какой-то самиздат. Неужели за такие вещи надо отчислять из института? А потом Ксения, узнала. Ксения. Ну, в 5 классе параллельно интереснее читают, мне кажется, более бегло и выразительно. Вот он последний раз в 5 классе читал параллельно, поэтому вот он хочет вспомнить детство. Вы можете параллельно почитать? Параллельно? Кстати, да, можно открыть еще один журнал и выкупить вторую роль. Ну, это надо на одной и той же странице. Нет, давайте с этим экспериментом закончим, потому что тяжеловато с прочтения. Просто это к чему? Там же будет телетекст, да? Да-да-да, будет. Прогноз погоды идет, и надо это бегло читать. С выражением. Еще раз. С выражением с самого начала? Или продолжать? За любое. Любое место другое возьмите, чтобы интереснее было. Ну, ладно. Да выбирайте время, если я пошутил. Вот. Это кроссворд, видимо. Верхний левый угол. Страница слева. Давайте погадаем. 17-я страница, 15-я строчка. Это вас ждет на сегодняшний день. Делайте так когда-нибудь. Какая страница? Да. Книги. 17-я страница, 15-я строчка. Это твое будущее. Это не мое, это твое. Подожди, почему? Тут твои? Есть у тебя больше, чем просто почта. Лекарство диареи. Сегодня Почта России предлагает не только оформить подписку на издание, сделать денежный перевод, отправить посылку или оплатить коммунальные услуги, но и осуществить финансовые и банковские операции. А учитывая то, что почтовое отделение есть практически в каждом населенном пункте, Почта России имеет явное преимущество перед банками и другими. Хватит. Спасибо. За эту рекламу нам не платили. Да. Так, прекрасно. Есть у вас еще вопросы? Есть у вас любимые ведущие? Телевизион. Сейчас скажет Моисей. Нет. Не знаю, скорее всего, нету любимых телеведущих. Только долго. Вы не смотрите телевизор? Смотрю. Но вам не нравится то, что вы видите? Почему нравится? Просто не выделяю каких-то людей как любимых. А любимые программы? Любимые программы? Я очень люблю новости по НТВ. Угу. Ну класс. Жесткач нравится, да? Да, я уже давно не жесткач. Ну ладно. Значит, заводите автомобиль? Да. Нет, прав нету. Никогда не пробовали? Пробовала. Ну и как автомобиль? Ну, скажем, не совсем удачная была попытка. Тоже в столб въехали сегодня? Нет, страшную не въехала. Рассказывай. Нет, машина не тронулась столб, с места? Точнее. Нет, почему машина тронулась с места? Но назад. Нет. Рядом сидел человек, который вовремя предотвратил, так сказать, неудачные последствия. Хороший человек. Надежный громким человек, громким, да? Криком куда? И с запикиванием. Как вы думаете, вы победите в этом конкурсе? Ну, не знаю. Если, так сказать, одержу победу, то буду очень рада, а так у всех участниц. А если не одержу, то не буду рада. Ну, то есть логично. А как вы думаете, вы нам чем-то запомнитесь? Не знаю, очень много участниц, надеюсь, каждая запомнится вам чем-то. А именно вы? Надеюсь. А чем?
Даже не могу представить, чем. Понятно. Спасибо. Типа, ну, очень смешной ответ. А вы готовы сниматься в купальнике, да? Родной спаду? Ну, если придется, то да. Такие самоотверженные девушки. Вот я вот не уверена в себе. Мне кажется, я бы не решилась. Хорошо, спасибо. Спасибо. Вам большое спасибо.